на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовим творог в домашних условиях. Творог из молока и кефира. Домашний творог получается всегда вкуснее магазинного и превзойдет все ваши ожидания и в качестве, и в цене. Для приготовления нам понадобится 1 литр кефира. У меня кефир 3,2% жирности и 1 литр молока. Желательно брать молоко жирное, если у вас есть, то даже домашнее хорошее молоко. У меня обычное пастеризованное. Для приготовления любых молочных продуктов я всегда споласкиваю кастрюлю перед этим, чтобы ничего не подгорало. В кастрюлю наливаю литр молока. Точно такой же рецепт можно приготовить с большим количеством молока, если вам нужно больше творога. Кастрюлю с молоком ставим на небольшой огонь и доводим до закипания, до первых булек. Регулярно помешиваем, чтобы молоко не подгорело и не прилипло ко дну кастрюли. Как я уже говорила, так как я смочила кастрюлю водой перед приготовлением, то это должно облегчить, и молоко у нас не подгорит. Появляются первые пузырьки, значит, молоко вот-вот закипит. В этот момент начинаю наливать кефир и одновременно все перемешиваю. Все это мы проделываем на небольшом огне. Масса хорошо начала створаживаться, посмотрите, вы не ошибетесь, сразу все видно. Хорошо видно, как сыворотка отделяется от творога, значит, все правильно. Вот видите, вот такая масса уже получается. Обратите внимание, с каждым разом масса створаживается все больше и больше, и получаются уже кусочки творога, а не маленькие крупинки. В коем случае не надо, чтобы у нас масса кипела и шипела. Передерживать нам ее тоже не нужно, иначе творог получится суховатый. Вот пошла пенка, и в этот момент я отключаю. Наш творог готов. Вне огня накрываю кастрюлю крышкой и оставляю постоять 30-40 минут при комнатной температуре, чтобы сыворотка еще более максимально отделилась от творога. Друзья, прошел час. И теперь я делаю вот такую конструкцию, кастрюлю, в которую я помещу дуршлаг. Дуршлаг между кастрюлей и дуршлагом должно оставаться расстояние, чтобы сыворотка не дотрагивалась до творога. Беру марлю. У меня марля плотная, поэтому я использую одну. Если у вас обычная, то сложите ее в несколько слоев. И образовавшийся творог перекладываю в марлю. Попробую кусочек. Получилось очень-очень вкусно. Конечно, от качества кефира и от качества молока тоже будет зависеть вкус вашего творога. Марлю собираю в узелок и перевязываю ее резинкой. И оставляю, чтобы сыворотка стекла до конца. Из данного количества у меня получилось 330 грамм. Давайте развяжем и посмотрим, какой творожок у нас получился. И вот такой красивый творожок у нас получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и вы приготовите такой вкусный домашний творог. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.